Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Когда я это снимал, эту игру... И сказал этот человек, круто, надеюсь, скоро будет у тебя 200 подписчиков. Или где-то наоборот, 1200 подписчиков. А также ты можешь снимать прям из соку эту игру. Однажды я подумал про изобретение там компьютерной игры, которую я сейчас загружал на эти ролики. Там Doom, еще там Aliens, там эти страшные, которые ищи крутого Сэма, как... Представьте себе, что это может оружие там что-то, или старые я снимаю эти игры, а также могу и новые игры снимать. То есть не могу, мне нужно только видеокарту поменять и материнскую плату. Надо Windows 10 установить самую мощную процесс. У меня сейчас на Windows 7. Ну, конечно же, игровые программисты создавались для первых компьютеров, изначально предназначено для других целей. Так, программиста Охо 1952 года, имитирующая игра, которая называлась эти. А также крестики-нолики. Была составлена компьютерная ЕДСАКа, британский ученый Александр. Александр Дуглас, он как часть его докторская диссертация в Нембриджском университете, претендующий на компьютерные программы, служащие для организации игрового процесса Гемлея, связи с гартенерами и участниками по игре, или самовыступающие в качестве партнера. Также были компьютерные игры, жанры, платформы, разработка. А так звуки даже были, когда игры даже запускались, проверялись, и даже звуки были на этих же колонках с самого начала этого Genius'а SPM-06 модель. Дженниуса, компьютерные колонки, сеточки, они очень самые большие. Ну, по характеристике основы производительность Дженниуса. Модель SPM-06. Тип оборудования компьютерной колонок 2.0. Audi
Диапазон и час звука 30 ГЦ, 20 ГЦ. Суммарная выходная мощь 4 Вт. Прочие характеристики, регулировка, настройки. Настройки здесь нет, ни 3D, ни тонны. Не подключи разъем для наушников, только громкость. Потребительское свойство магнитное экранирование есть. Логистика. Размеры. Ширина, высота, глубина. Ширина 78, высота 190 и глубина 120 мм. Вес брутто измерения в Никсе 1,18 кг в этом большущем коробке. Внешность источника информации, горячая линия производителя. Ну, это что связано то этим оборудованием с техническими проблемами. При подаче ключевым можно обратиться в службу профессию Дженниуса или поддержку. Отзывов я ничего не нашел, дорогие подписчики. Люди вообще писали неизвестно, непонятно где. И даже лайков никаких не было, ни комментариев. Компьютерные техники и модели продолжались, но поддерживали видео лайков, изучая самые интересные товары. А также ты можешь заходить до Данил ТВ, собирать немножко, рассказывайте. Комментарии еще не видели. На это же до скорого встречи!